Всем привет, дорогие друзья. Buenos días, amigos. Итак, наши многоуважаемые подписчики, как вы видите, мы с отцом Павлом наконец выбрались на природу. Ну, вы это могли заметить чисто по моей шапке. Да. Это не шапка отца Павла. Это шапка отца Дмитрия. Да, это шапка отца Дмитрия. Так мы видим, как вы видите, мы сидим в лесу, здесь холодно и при этом еще ночь. Да, это наш первый зимний ночной почти романтический обзор. Да, конец марта, зимний выпуск. Ну, как это, кошки же в марте начинают, это мяу, ну, мяу. Хорошо. Романтический для котов. Ну так, чтобы в очередной раз не тянуть... Пирожок за его начинку, пускай будет так. Хочу представить вашему вниманию следующий напиток. А напиток у нас сегодня будет трофейный коньяк. Ага. Четырехзвездочный. Спасибо. Много зачитывать про него не буду, так как мы мерзнем и хотим выпить. Отец Павел. Ну, как вы видите, бликует красиво, да? Замечательно. Прям на 4 звезды бликует. Ну, давайте, рюмок у нас нет, потому что мы в лесу. Да, правильно? Да, никакого... Пафоса так. Никакого, да, действительно, что давайте нашему... попробуем, что это у нас такое за еда. Так, отец Дмитрий пробует. Опа. Отец Дмитрий, все вас ждут. Что вы скажете? Даже снежок немножко сыпет. Вы знаете... Я думал, будет на порядок. Да? Отец Павел. Может, это на морозе так? Вкус такой хороший, дубовый. Да, я вам передам. Спасибо. Довольно-таки-то приятный. Не особо хочется его запить. Спасибо, отец Дмитрий. Я удивлен, если честно. Я думал, что это будет полное говно. Отец Павел. Как вы думаете, сколько мы ему поставим? Я не знаю, я думаю... Я семеру сразу ставлю. Я не спец в крепких напитках, поэтому отец Дмитрий, это вы гораздо больше любите все это дело. Я ему, наверное, поставлю шестерку, потому что холодновато, сейчас он согревает хорошо. По крайней мере, первые глотки мне почувствовались весьма освежающие, прогревающие, и мое горло перестало хрипеть, которое у меня хрипело до этого. Да, отец Павел, вы знаете, что я сейчас ощущаю? Жопа мерзнет. Нет, жопа мерзнет, это хрен с ним. Мне в глаза светит один фонарик, и я ничего не вижу, кроме этого фонарика. И для меня все вокруг темным-темно, и ничего я не вижу. Спасибо тебе, Дмитрий. Так ладно, на самом деле мы вердикнули все это дело. И да, ребята, это короткий на самом деле обзор. Ну, правда, меня заманало уже что-то монтировать эти долгие видосы вставками. Захотелось просто побыть на природе. Взяли коньяк, мы его вердикнули. На природе побыли. Да. Что-нибудь длинное ждите в следующий раз. Адиос, амигос. До новых встреч.